Всем привет! Как вы поняли, видео называется «Чем кормят немца в армии?». Когда мы... Кстати, я тоже служил в армии, тут в Германии. И когда мы выезжали на какие-то учебы, нам и не было возможности, чтобы вывести нам поесть, нам давали пакеты. С утра ты выезжаешь, тебе дают пакет, это тебе на весь день поесть. Вот. Как эти пакеты выглядят, я покажу вам сейчас. Но перед этим, как я вам покажу, как они выглядят, подпишитесь на мой канал, ставьте комментарии, пишите что угодно. Ну и на моем канале есть всякие разные видео, можете зайти посмотреть. Я был бы рад. Ладно, ну а мы продолжим. Сейчас я вам покажу. Вот так сделаем, чтобы было лучше видно, да? Вот так. Сейчас я вас хорошо... Опа-на! Вот так это выглядит. Сейчас посмотрим, что там внутри. Ну и посмотрим на вкус. Ребята, что у нас тут? У нас вода. Это все вода по 100 мл. 400 мл простой воды. Наверное, чтобы делать чай или сок, или еще что-то. Порошок, чтобы делать оранжевый сок. Вот видите, оранжевый сок. Это тоже оранжевый сок. Это три оранжевых сока. Типа витамин С. Это что у нас? Hardcakes. Панцерплатте. Какие-то печенье. Угу. Печенье. Откроем, посмотрим. 50 грамм шоколада. Мармелад. Клубника. Мармелад. Пастет, типа, свинины, получается. По-моему, свинины. Да, свинины. Рогенброд. Хлеб. Как роген. Рогенброд, не знаю, без разницы. Сейчас я его открою сразу. А, он как в консерве закрыт. Хорошо. А, это у нас что? Еготопф. Нудль mit Fleisch, Klößchen und Champignons. Рожки. Типа котлетки и грибы. Это я приготовлю сейчас быстро на сковородке и потом... Так, что у нас еще тут? Вот такой пакет. Что в нем внутри? Спички, сахар. 4 пакетика сахара. Салфетки. Смотрите, что написано, ребята. Черный чай. Кофе. Вот в таких этих кофе. Это что? Это сухое молоко в кофе добавлять. Это еще раз кофе. Это маги. Маги все знают. Соль. Ну и для хорошего запаха сорта жвачки. Так, ну все. Пустой, можно сказать. С чего начнем? Я бы хотел бы с первого бы заварить себе быстро чаек. 5 сек. Потом мы попробуем один пакетик вот этого сока. И это я сейчас себе сделаю. Так что, ребята, не переключаемся. Сейчас идем дальше. Я сейчас быстро приготовлю. Не буду вам показывать как. А, могу открыть и показать, как это выглядит, конечно. Пахнет вкусно. Так, чаек я себе уже сделал. Сейчас мы нальем себе ясеневой водички. Ребята, 100 грамм. Так, хватит. Сейчас попробуем, что это такое. На 200 миллилитров вот этот один пакетик. Вот она как выглядит. Ну, честно слово сказать, как оранжевый сок она совсем не выглядит. Противная херня. Фу.
Там всякие витаминчики всякую намешали. Фу. Не, ребят, сок это не мое. Дерьмо. Что-то я не помню, что я пью. Кстати, вот он меняет свой цвет. Скоро станет прозрачным, наверное. Так, ладно. Сейчас посмотрим, что у нас согрелось. Ребята, вот как это выглядит. Так, ну что, будем пробовать. Сразу говорю, не хватает соли. Да, соли очень мало. Для этого мы используем... Чё? Соль. Мне кажется, специально, ну, не соленая, потому что соль же воду вытягивает. Вот. А вода это что? Да, это самое главное. Особенно, если вы где-то в жопе находитесь. Так, ну чё? Рожки разваренные. Не успел укусить, она уже все, как мякоть. Сейчас попробуем вот это мяско. Да. С мамиными котлетками, конечно, это не сравнить. Ну и этот, как его? Чампиньонс. Грибы. Нормальные. Когда вы хотите есть, особенно на природе, все вкусно. Так, ну что, продолжим дальше. Вот хлебушек. Ой, да много. 6 вот таких вот хлебушек. Так, что мы будем с ним есть? У нас есть... Давайте попробуем вот этот пастет. Мы чуть-чуть. Просто попробовать. Нормально. Пастет как пастет. Чаек, кстати. Вкусный. А, ребята, зачем хлеб? У нас же вот что я хотел посмотреть, что это. Это какие-то пряники. Вот прянички. О! Нифига себе они. Сухарик как будто. А вкусные печеньки. Можно еще взять чуть-чуть мармелада. Вот так вот. Абрикосовый. А что я вначале сказал? Без разницы. Мармелад вкусный. Так, еще один мармелад. С клубники. Сладкий, вкусный мармелад. Попробуем вот это. Шоколад. Какао. 45% какао. Это неплохо. Ну, по нему и видно. Попробуем одну. Хороший шоколад. Ребята, вот такая быстрая дегустация. Смотрите, сколько много всего, да? И я хочу сказать, что я думаю, что этого будет, конечно, достаточно. Это даже можешь разделить. Еще и на вечер тебе чуть-чуть останется там шоколадки, например, да? Или вот этих печенья, смотрите, сколько много их. Вот это вам выдается в армии, когда вы идете там куда-то. Или в поход там, или еще куда-то. Вам могут вот такое выдать. Вот это вот все.
все, что я сейчас поел, считаю, у меня был обед. Потом у меня было и сладкое, и чай, и потом и кофе еще могу. Кстати, потом два кофе еще у меня осталось, жвачки, вот это все. Ребята, это все стоило мне 18,99. Вот это стоило поесть мне. Так что, ребята, если вам понравилось вот такой, такая рубрика, да, скажем, у меня есть еще там, я хочу заказать там, то ли с Франции, с России, если получится, закажу, хочу посмотреть, что они едят. Потом, короче, со всех, со всех миров точки хочу заказывать, ну и смотреть, что кто чем питается. Ну, так интересно как-то, ну и я поел. Правда, чуть дороговато, но 19 евро поесть, можно и в ресторанчик зайти. Но ничего страшного. Так что, ладно. Подпишитесь на канал. Подпишитесь на канал. Поставьте палец вверх. И это как его. Да, а то в глаз. А то надоело, записываешь. А никто и не подписывается, не комментирует ничего. Ну, все своему время. Так что давайте. До свидания.